Завигивали меня просто хозяин. Председателю комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Кашину Владимиру Ивановичу. Уважаемые товарищи, мы приветствуем вас, Государственной Думы и организаторов этой прекрасной выставки. Выставку объявляю открытой. Она у нас поработает и, я думаю, очень серьезно повлияет на изменение ситуации в лучшую сторону, обогатит и депутатов Государственной Думы, и всех, кто бывает в Государственной Думе, вот этими красивыми, уникальными стендами той продукции, которая сегодня добывается и может добываться в наших лесах. Декоративная растительность в виде пищевых ресурсов наших лесных угодий, она оценивается сегодня в десяток миллионов тонн. Потенциал биологический около 14 миллионов тонн. Ежегодно мы можем получать более 7,5 миллионов тонн пищевых продуктов наших лесных богатств. А рядом те выдающиеся богатства лечебного свойства. И когда мы сегодня вот внимательно смотрели нашу выставку, то мы убедились, безусловно, в необходимости развивать использование этих лесных богатств, всего всех наших лесных богатств. Не хочу говорить о прошлом с нами. Были целые большие мощности, которые перерабатывали и грибы, и орехи, и розовые соки, и варенье, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня
мы видим прогресс наличия окедрового молочка, масла и так далее, и так далее. Конечно, мы еще раз говорим о необходимости использования лесных богатств. С тем, чтобы не только арендные отношения могли работать и действовать в использовании нашей семьи, но и спокойно мог, естественно, сдать в те структуры, которые могут это все перерабатывать, доводить до наших граждан. Благодарю всех наших товарищей и друзей, все регионы, которые сегодня сюда приехали. Здесь от Алтайского края, что вы у нас есть, а мы есть у вас. И будем вместе решать те задачи, которые мы наметили. Спасибо вам. С этой прекрасной выставкой вас всех поздравляю. Выставка и предстоящие парламентские слушания – это как раз еще один импульс к тому, чтобы мы на всю Россию проводили России, напомнили нашим людям, поставлять его на экспорт и тем самым улучшать и экономику, и благосостояние людей. Выходят на заготовку данных продуктов. Ну, на самом деле, хозяйство, наоборот, получает население граждан, которые строго находятся в авангарде переработки бегородов. Хотя бы поделиться с другими нашими территориями, нашими. У нас, смотрите, у нас как бы споровый стенд, да, с которого мы начинали. Леш, привет. Конечно.